Приветствую гостей и подписчиков моего канала. Меня зовут Наталья. Я занимаюсь раскладами Таро и также раскладами Ленорман. Вы у меня на канале находитесь. Сегодня я предлагаю сделать расклад, загадать мужчину, интересующего вас. Вот, и посмотреть, что на вас думает, что чувствует по отношению к вам, что испытывает физически, как себя ведет, проявляет в отношении вас, что планирует, что реально будет делать, что ему в вас нравится, что напрягает, какие моменты, и итог по вашим отношениям в загаданный срок. Срок вы можете загадать сами. Загадывайте, ну, я думаю, давайте так, от месяца до полугода. Сильно много не надо загадывать. Вот, ну и считанные дни тоже не очень удачная идея. Вот. Вы можете загадать как текущего вашего мужчину, с которым вы в отношениях, да, и посмотреть. Вообще расклад называется «Тайны моего любимого». Вот, можете посмотреть своего текущего мужчину, с которым вы в отношениях, можете загадать какого-то мужчину, ну, с которым вы не в отношениях, который, может быть, вам нравится, и вам было бы интересно посмотреть, а есть ли какая-то взаимная симпатия с его стороны к вам. Вот. Расклады общие, отыгрываться могут не у всех. Вот. Хорошо отыгрываются индивидуальные расклады. За индивидуальными раскладами можете обратиться ко мне. Ссылки под каждым видео на WhatsApp и Telegram. Вот, ссылочки кликабельные, то есть вам не надо там мой номер телефона вводить, искать, щелкайте, попадаете сразу ко мне в чат. Вот. Ну а сейчас приступим. Возможно, для кого-то это будет 100% попадание. Вот. Буду благодарна, кстати, вам за вашу обратную связь, за наш энергообмен в виде лайка, в виде подписок и также в виде ваших комментариев. Вот, приступим. Вы уже загадали. Загадали мужчину, которого мы будем смотреть, и загадали срок. Вот. Гадать я буду на классической колоде Ленорман. Все, поехали. Первые три карты. Что он думает у вас? Блин, у меня спина болит. Что он думает о вас? Он действительно о вас очень много думает. Вот, и здесь выпали такие карты. Лилии, сердце, птицы. Птицы у нас говорят о том, что да, у человека очень много мыслей в голове на ваш счет. Они даже, ну, скажем так, по кругу, да, может ходить. Думает об отношениях. Возможно, как улучшить отношения, либо о том, ну, как бы он считает, да, что ваши отношения вполне его устраивают, да, комфортно для него. Но мы сейчас посмотрим дальше, то есть по раскладу. Вот, как бы действительно ли он так думает, ну, вот именно в этом контексте. Вот, но мысли у него вполне как бы на ваш счет хорошие. Вот, если вы не в отношениях, например, загадали какого-то, ну, мужчину, парня, да, с которым... которому вы симпатизируете, но не знаете, что там у него, как к вам. Он оценивает вас довольно высоко, да, и у него есть к вам симпатия определенная. Вот, давайте посмотрим, что чувствует к вам. Знаете, человек вот в чувствах. Выпала лиса, змея и кольцо. В чувствах у него, знаете, больше такой плотский интерес завоевать вас. Человек может какие-то строить стратегии на ваш счет. То есть очень сильно идет вот эта вот сексуальная энергетика. Мужчина, ну, мужчина хочет секса. То есть вы его заводите сексуально. Вот, и если еще, ну, как бы у вас, да, в отношениях не было интимной близости, то, вероятно, как бы она будет, человек очень этого хочет, он об этом много думает, вы ему нравитесь, вот, скорее всего, ну, как бы очень сильно нравитесь, и человек, ну, как бы вы ему нравитесь... как сексуальный объект, вот сейчас так могу сказать. То есть пока вот у него сдвинула крышу именно в этом контексте. То есть я ее хочу. Вот. Обнимать, целовать, ну и все такое прочее.
То есть человек грезит, мечтает об этом и, ну, строит планы на этот счет. Как завоевать, как бы вот так вот это вот все сделать, как бы обыграть. Давайте посмотрим, что испытывает физически. Ну, может быть, это не совсем корректный вопрос, как ведет себя в отношении вас. Потому что, что испытывает физически, у нас вот показали карты то, что чувствует. Как ведет себя. Вы знаете, может быть, еще вот, ну, совсем недавно, либо сейчас может так происходить, что вы не понимаете, да, то есть, что человек, ну, как бы человек скрытный. Вот, он скрывает свои мысли на ваш счет, свои намерения. Вот, вы даже можете, в общем-то, и не знать о том, что вы ему нравитесь. Это если это какой-то такой человек для вас новый. Если вы находитесь в отношениях, в паре, да, уже, ну, давненько решили вот посмотреть своего человека, вот, возможно, у вас в паре, ну, как бы вот так вот, эмоциональная сторона вопроса просела немножко, да, то есть, ну, может, были какие-то такие неурядицы, да, которые приводили к дисбалансу, да, в отношениях. Вот, и, может быть, кто-то из девушек даже думал, ну, они, ну, как бы, они, разлюбил ли он меня, да, то есть вот такой момент мог быть в прошлом, но сейчас, вот, дальше это у нас тучи идет, потом карта всадник и карта корабль, то есть, как бы, вот из этого периода неурядицы какой-то скоро вас вынесет, либо вот уже начинает выносить. То есть какой-то, в общем, ну, мужчина сам будет проявлять инициативу. То есть если у вас была ссора какая-то, да, какое-то непонимание. То есть мужчина пойдет на примирение. Пойдет на примирение первым, причем как бы довольно активно. Вот, если это какой-то мужчина, с которым вы не в отношениях, да, и вы не знаете, как он к вам относится, вот, то ближайшее будущее тут очень скоро, вот, мужчина проявит себя и, ну, заявит вам о своем интересе. Давайте посмотрим, что планирует в отношении вас. Но он планирует все-таки разобраться, да, расставить точки над «и». То есть для кого это мужчина, ну, новый какой-то, да, либо вот не в отношениях, да, то есть мужчина планирует расставить точки над «и», поговорить с вами. То есть тут есть еще какие-то варианты развития, то есть он видит для себя варианты развития ваших отношений либо по одному пути, либо по другому, да, может быть, он не совсем в вас уверен, вот, поэтому как бы мужчина захочет расставить вот эту вот ситуацию, все прояснить, вот, возможно, это будет где-то в дороге, вот, то есть как бы не дома. Вот планирует как бы, поговорить он с вами планирует. Поговорить, чтобы прийти к какой-то ясности для себя, потому что он сейчас как бы, ну, не ощущает себя уверенно, да, немножко такой подвешенный. Это если вы, это какой-то вот мужчина, с которым вы не, ну, у вас нет отношений. Если это мужчина, с которым вы уже долгое время в отношениях, вот, то все-таки как бы видите, как получается у вас, что какой-то момент был, да, дисгармония, дисбаланса в отношениях, вот, вот, и мужчина, ну, мужчина, как бы, вот именно вот этот порыв, как он будет себя вести, первый пойдет, может быть, на выяснение отношений какой-то, ну, которое, я имею в виду не ругань, да, вот, а, ну, прояснить ситуацию, вот, мужчина первый пойдет, и планирует он это, потому что вот это вот подвешенное состояние, как бы, ну, оно его уже так немножечко подутомило, то есть ему хочется какой-то понятности, стабильности. Вот, давайте посмотрим, что будет реально делать. Вот это вот он планирует поговорить. А что реально будет делать? А реально как будто он до вас и не дойдет. То есть как бы с этим разговором. Вот, то есть у него тут такие падают карты, крысы, сад, вот, и коса. То есть тут может быть внезапная перемена планов. То есть что-то вмешается, да, в его жизнь. Может быть, ну, сам передумает, да, что-то там у него
внутри возникнет, ну, какие-то страхи, да, там, недоразумения внутренние, сомнения, да, вот, либо, ну, тут общество может повлиять на него, какой-то, вы знаете, дурная компания, да, то есть человек, может быть, он к вам и соберется, вот, но тут какая-то вот получается компания людей, да, не очень таких приятных, может быть, для вас они не очень приятны, то есть человека, ну, с этого курса собьют. То есть немножечко он так в сторону уходит. Ну и вот тут оно, конечно, вот его планы, да, то есть тут разобраться, и развилка падает, да, я прочитала ее как неуверенность, да, сомнения какие-то, да, в ваших отношениях. Вот, но тем не менее, как бы это дорога, то есть либо туда, либо сюда. Вот, тут вот немножко есть момент, что он куда-то не туда завернет. Вот. То есть какие-то моменты его отвлекут. Ну, это вот такое самое близкое будущее получается. Давайте посмотрим, что ему вас нравится. Ну, то, что вы ему физически, да, привлекательные, вы его возбуждаете, это точно. Ну, а что еще? Мне кажется, ему вас нравится, выпала карта башня, ключ аисты, что, ну, как бы вот кого-то из вас может быть какая-то такая деловая жилка, вы можете занимать какую-то должность хорошую, высокую, вот, ну, человек, женщина такая, да, которая при деле, да, руководитель может быть, неважно, да, какой группы, то есть умеющая зарабатывать деньги, да, то есть имеющая какой-то статус, вот, умеющая решать проблемы, ему это в вас нравится. Потом может быть еще как бы некоторая, у кого-то может быть, ну, в общем, чувство собственного достоинства, вот, то есть как бы вы можете быть немножечко такой, ну, свысока там, да, на кого-то смотреть, то есть немножко недоступный, проецировать вот такую недоступность, и вас нужно завоевывать. Ему тоже этот момент нравится. Вот. И все равно как бы есть аист выпала, да, карта. Это дама червовая все-таки. Это чувственная какая-то женщина. Ну, может быть, она снаружи как ремень, да, по башне. Но внутри она мягкая, да, ласковая, нежная. Вот, вот сквозь вот эту вот как бы маску женщины, солдата, или там, как это, Людмила Прокофьевна, да, в фильме «Служебный роман», то есть, как бы, ее все боялись, а внутри там, ну, добрейшей души человек, очень отзывчивый, ну, любящий, добрый, вот, как бы, ему это вас нравится. Давайте посмотрим, что его напрягает вас, что его, ну, о, да, вот смотрите, как бы, есть момент, вы сами выпали, что есть момент какого-то напряжения, выпала карта группы, карта ребенок. Знаешь, как будто вы закрыты для чего-то нового. Вот. Может быть, слишком скрытные, да, то есть не, ну, не спонтанная, не ребячливая такая, знаете, вот как дети есть, ну, легкие на подъем, то есть, ну, всегда готовы познакомиться с кем-то, да, войти в игру, начать, да, что-то новое, то есть у вас нет, вы немножко тут вот гроб выпадает, ну, как бы к переменам, ну, тяжелые на подъем, да, в плане перемен. Вот, ему бы хотелось, да, что, как бы немножечко легкости какой-то, то есть есть момент, да, который нравится, вот, ну, вот это вот, кстати, не распыляться, да, налево-направо, оно, конечно, может давать вот эти результаты, да, которые ему у вас нравятся, ну, допустим, положение и статус у кого-то, вот, но в то же время они могут быть и минусом, то есть тут вот хорошо, а тут вот, ну, как-то вот смущают, да, какие-то моменты. Вот. Ну, я пока вижу, я сейчас последнюю карту достану на итог, я пока вижу, что человек, да, он о вас думает, вы ему очень интересны, он вас хочет, вот просто, скажем так, и даже вот карты, да, я говорю, что как вот, что испытывает физически, как ведет себя, что он проявится,
да, в ближайшем будущем, то есть захочет проявиться, ну, как бы выяснить отношения какие-то. Тут еще может быть физически карта Гонец, да, то есть он испытывает возбуждение. Ну, то есть это у нас карта молодого мужчины, горячего очень мужчины, как бы иногда она может обозначать какой-то сексуальный акт, вот, а то есть человек может испытывать возбуждение, не знаю, как бы, как он его снимает, это возбуждение, каким образом, но такой момент есть. Вот. Планирует он, конечно, с вами пообщаться, поговорить, но что-то тут вот у него не задастся. Вот. Тут какая-то, ну, попадет в какую-то такую компанию, может быть, просто в этот день, когда он, ну, захочет к вам прийти, да, тут его вот отвлекет что-то. Вот. Нравится ему вас и железный стержень, и характер, и в то же время мягкость, но не нравится то, что вы нелегкая на подъем, да, то есть как бы, ну, долгая такая, то есть вас, может быть, долго надо добиваться, не спонтанная, такое тоже может быть. Ну и давайте посмотрим итог, который по отношениям, да, в загаданный период. Это не на всю жизнь, поэтому если карты плохие выпадут, не надо переживать и бояться, то есть итог. Выпала карта клевер, вам повезет. То есть, как бы, если у вас есть какие-то проблемы, да, вот в текущей паре, они легко разрешатся, легко и быстро. То есть, какой-то счастливый случай у вас, ну, предоставится, да, то есть, помириться, может быть, наладить отношения. Наладить отношения будет легко, то есть, как бы, с каждой стороны. Вот, если это какой-то мужчина, которого, ну, которого вы загадали и не в отношениях, то тоже предоставится счастливый случай. Ну, в общем, поговорить друг с другом и, ну, разобрать, да, сказать, ты мне нравишься, узнать, что вы ему нравитесь, да, завязать отношения. То есть вот такой вот получился у нас с вами расклад. Ну что, больше я дополнительных карт не буду ложить. На дне колоды письмо. То есть это информация, это общение идет. То есть в любом случае информацию вы получите от человека. Для тех, кто не в отношениях, ну, кто в отношениях, то есть так или иначе, да, у вас все наладится. То есть какие бы сейчас неурядицы ни происходили. Помним, расклад общий, да, и кому-то он не отыграется и вообще будет не про вашу ситуацию, и не натягивайте ее на себя. Вот. Ну что, на этом видео я свое заканчиваю. Подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вот. С вами была Наталья. Пока-пока.